Уже 7:15. Всем привет, ребята, вы на канале Брушоу. И сегодня мы снимаем один день из жизни школьника. Да, будем снимать школу. Надеюсь, мои одноклассники не сильно скромные и согласятся сниматься. А вообще, сейчас пора вставать. Мне надо умыться, почистить зубы и одеть школьную форму. А, да, еще рюкзак сложить. Что же, ребятки, я уже проснулась, сейчас 7:20, сейчас покажу, что за уроки. Сегодня у меня вот такие вот уроки и две математики, это вообще, это трэш. Сегодня из уроков у нас физика, история Беларуси, биология, алгебра и белорусская литература. Сейчас пойду умываться. Кстати, ребятки, я хотела вам сказать, почему я не в рубашке и не в школьной форме. Ну, у меня, конечно, штаны школьные, а вот кофта тут и майка вместо рубашки. Это мне потому что разрешили так ходить, потому что у меня рука загипсованная, не влазит в рубашку. Сейчас я умоюсь, почищу зубы и пойду переодеваться. Очки. За бараночкой. Дом закрывать. Ребята, сейчас мы выезжаем в школу. Да, едем уже. Давай, садись в машину. Опаздываем, надо торопиться. Опаздываем, реально. Мы уже приехали в школу. Приехали мы в 7:55, школа начинается в 8. Надо торопиться, у меня первым уроком история. И надо еще снять куртку. Я уже в школе, у нас первым уроком две математики, это трэш. А? О, это мы заполняем без питания в столовую. Это очень важно. Тот, кто не поставит плюсик, тот не будет кушать. Молодец. Можно его погладить, он молодец сегодня. Рез, куда мы идем? Мы идем сдавать талончик. На питание. Такой высокий. Сегодня дают рис с котлеткой и какао. Положить его там на множители, и надо, значит, условия, когда берет больше нуля, когда берет меньше нуля. Поэтому мы сейчас времени долго терять не будем. Открываем страничку 182, находим параграф номер 13. И тогда у тебя здесь... Самка, самка. А, смотрим тиктоки. Опа. Владик, привет. Что ты делаешь? Я играю в нашу любимую игру с Арсением. Ну вот, как тут нужно играть. Вот я тут с альтушки крутишь? Ну да. Альтушки тут кручу. Миша, как дела? Хорошо. Привет. Подписывайтесь и ставьте лайки на канал Брушоу. У нас сейчас тест. Надо повторять алгебру. На физкультуре учим историю Беларуси. Да, у меня модная ручка такая. Завидуешь. У нас сейчас прямое включение, это вообще это опасно. Мы сейчас в кабинете физики. В кабинете физики. И снимаем на телефон, это очень опасно. Сейчас я вам покажу кабинет, потому что пока физика нету, мы не боимся. Он придет. Он придет, мы его будем сильно бояться. Вот прямое включение у нас тут. Так, физика вроде бы нет. У нас тут такие штучки интересные, колеса. У нас лауреат Нобелевской премии по физике. Физику – это наш любимый предмет. Знание – сила. Учитель добрый. Учитель добрый. Он очень добрый. Физика – это мой любимый предмет. Обожаю его всем сердцем. One love. Вот.
число, ребятки, у меня уже закончился. Мой последний школьный день, пятница. Завтра уже выходные. Так, у меня последняя была химия. Нет, физика, я вам снимала, потом классный час. И все, домой, у меня сегодня 7 уроков. Сейчас я приехал со школы, наконец-то пятница, я ее так ждал. Отдохну, выходные. Сейчас поиграю в комп. Всем привет, ребятки! Я вернулся со школы. Я выжил. А вот у меня рыба есть баранка. Кручу ее. Что у меня еще есть? У меня есть пупыт. Все, давайте сейчас пока не читать книжку. Ну что, ребята, день подошел к концу. После школы у меня еще был и английский. Если вам нравится такой формат видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Может, будем снимать такие влоги почаще. Пора спать, уже 11 час.